winter is long in Finland, and you need to figure out something to do. В Финляндии очень долгая зима, и тебе нужно чем-то занять себя это время. Хоккей пользуется большой популярностью у нас, и все начинают в него играть прямо с детства. Для меня это тоже не составило большой сложности начать заниматься хоккеем, так что это был простой выбор. Это действительно приятно оказаться в таком клубе. В раздевалке много хороших парней, мне нравится тренерский штаб, ледовая площадка замечательная, спортивный зал и все остальное. Так что нет причин жаловаться. Я уже был в Уфе до этого, и по сравнению со многими другими городами, тут намного лучше. А еще у нас здесь замечательные болельщики. Жду не дождусь всех увидеть на трибунах, когда начнется сезон. Я всего лишь один раз был тут в прошлом году, когда играли против Салавата Юлаева. Помню, атмосфера была потрясающая, несмотря на то, что команда показывала тогда разные результаты в течение сезона. Да, это была одна из причин моего перехода. Когда я узнал, что Уфа заинтересована во мне, очень обрадовался. Это один из лучших клубов КХЛ с интересной историей. Это один из лучших клубов России. И, безусловно, я рад, что знаю тренерский штаб. Знаю, как они работают, чего хотят. Это очень хорошая команда тренеров. До этого я знал только Тиемо Хартиканина, так как мы привлекались в сборную несколько раз. Также в прошлом году виделся с Умарком, других ребят из команды еще не знал. Все ребята хорошие, в отличной форме. А если сравнивать с командой Сибири прошлого года, то там больше молодежи. А тут ребята постарше, в этом отличии. Что-то пошло не так. У нас не задался год, не смогли попасть в плей-офф. Даже не знаю, начали это неплохо, но потом в течение двух месяцев не могли выиграть ни одной игры. Это было сложное время, не хватало очков в регулярке. Сложно еще что-то сказать. Нет, я не верю и стараюсь держаться в стороне от такого рода вещей. У меня нет никаких ритуалов, предрассудков или примет. Думаю, что тут очень много хороших команд, но существует огромная пропасть. Разрыв между лучшими и худшими командами. Но в России практически все команды играют на хороших ледовых аренах, с замечательным оснащением, с хорошим питанием. Даже не смогу назвать какие-то плохие черты. Да, такое есть, и это достигается только упорными тренировками. И всегда легче играть, когда ты выигрываешь в вбрасывании, и тебе не нужно гнаться за соперником. Я стараюсь фокусироваться на этом. Думаю, что это моя особенность, характерная черта. Тогда выдался довольно тяжелый год. У меня было несколько травм, играл и в НХЛ, и в АХЛ. И я подумал, может быть, мне необходимо начать все с чистого листа. Решил, что лучший вариант – это заиграть в КХЛ. Это был потрясающий опыт, ведь я впервые играл за пределами Финляндии. Круто знакомиться с новыми людьми, жить в другой стране. Это определенно замечательные воспоминания. Там я приобрел новый опыт, стал мудрее, и это мне сейчас пригодится. Я чувствую себя замечательно. Дело только в культуре. Нужно подготовиться в психологическом смысле. Некоторые вещи могут отличаться. Я считаю, что если оставаться позитивным и терпеливым, то все будет хорошо. А если жаловаться, то ничего не получится. Да, я ходил несколько раз в обычную баню, и от финской сауны она практически не отличается. Но русская баня тоже очень хорошая. Здесь все замечательно. Я слышал, что тут хорошо, но когда сам увидел своими глазами, даже удивился, насколько. В центре особенно хорошо. Много ресторанов, зон отдыха, прогулок. Когда вернемся со сбора в Финляндии, хочу прогуляться по местным паркам.
Мы выложимся в новом сезоне, и нам нужна ваша поддержка. Всегда легче играть, когда болельщики громко тебя поддерживают. Это создает хорошую атмосферу, это всегда помогает.